Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаски, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательную игру под названием Cat Goes Fishing. И сегодня я решил использовать свою новую лодку, нашу технолодочку, и отправиться в самый конец океана. Я не знаю, конечно, как там все будет складываться, потому что, честно признаюсь, я вот до видео вообще не пробовал это делать. Я не знаю, сколько плыть, я не знаю, что нас там ждет. Но вот я хочу просто попробовать до максимума пробраться вправо и там уже посмотреть, какие новые интересные рыбы нас ждут. Потому что, естественно, новых рыб много. Я, правда, не знаю... О, кстати, смотрю, уже доплыли. Я, правда, не знаю, будет ли там гигантская рыба или же мы гигантскую поймаем позже. Ребят, пока не знаю на этот счет. Но что-то мы поймаем стопудово. Надо только, так сказать, закинуть нашу удочку и поймать. Погнали. Не забывайте ставить лайк, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на канал. О, на канал хотел сказать я и уже кое-что интересное увидел. Так, слушай, ну это явно надо с ракетой ловить. Только единственное, что я не знаю... Блин, слушай, офигеть, во-первых, очень долго падает наша леска, если честно. Прям капец как долго. А во-вторых, блин, она далеко. Так, окей, это огромная рыба какая-то, пятнистая акула, я не знаю, что... Так, это какой-то big fish, только, наверное, я уберу бомбы, потому что, скорее всего, здесь много довольно-таки... Слушай, а если я вот эту рыбу как раз-таки с помощью мега-хука попробую отправить к акуле, я не знаю, сработает это или нет, но, в принципе, чисто теоретически можно попробовать. Так, это... Что у нас за рыбка? Это у нас... А почему не показывает теперь, какие рыбы? Я вот что не могу понять, ребят. Фин. Новая рыба получается. Это просто плавает в очень быстром темпе. Далеко от... ну, короче, в дальних слоях океана. Это, конечно... О, здорово. Давненько не виделись. Так, слушай, я хочу попробовать мегахук поставить. Так, погоди, аккуратно. Давай возьмем мегахук. Так, сейчас, секунду. Мегахук. Лайтбалб обновим. И ракеточку закинем. Давай попробуем. Смотри, вот она. Она прям здесь. Хм. Слушай, такое ощущение, что та же самая ситуация, что с драконом. Как будто бы она боится... Хотя нет, смотри, вроде бы не боится радара. Хм. Пока не очень понимаю, в чем ситуация, но окей. Мы вроде бы примерно ее даже, может быть, увидим, если она сейчас поплывет обратно в лес. Да, хвостяру огромный увидел, блин. Жесть, гигантская штука. Так, слушай, я, может быть, фликами смогу вот сюда вот ее... О! Слушай, она не пятнистая, просто вроде бы рыба. Рыба как рыба, просто очень большая. Так, но я не понимаю, почему я не могу ее добыть, к сожалению. Наверное, скорее всего, все-таки не все так просто. Скорее всего, нужно что-то сделать, чтобы ее поймать. Ну, а пока поймаем просто какую-нибудь большую рыбеху. Вот эту, например, смотри. Сейчас. Они все почему-то убегают от радара, я не понимаю, неужели действительно радар так влияет, и они просто не хотят быть на радаре? Возможно, возможно, мы такое уже встречали, опять же, дракон тому... О, здорово. Так. Ага, этот. Так, ребят, все. Сейчас буду стараться делать все аккуратно, потому что опять у меня своровали мою лампочку. Блин, это рыба, которая ворует лампочки, это самая худшая рыба, пожалуй. Я вот нифига сейчас не вижу, я не совсем могу понять, белая леска или нет. Вроде бы пока белая. Блин, буду аккуратно это делать, ребят, потому что не хочу потерять рыбу. Как вы сами знаете, уже такое было, и это вообще неприятно. Так. Блин, капец глубоко. Очень глубоко. Так, хорошо, вроде поднимаемся. Но это большая рыба, это явно не средняя. Так, все, хорошо, я теперь уже вижу, можно теперь спокойно поднимать. Это явно не средняя рыбеха, она очень неплохо прорисована. Кстати, мне нравится, красивая рыба. Но вот как поймать эту вот гигантскую рыбу, я пока не очень понимаю. Но разберемся, ребят, разберемся, 100% поймаем однозначно. Желтый карп стоит 320 тысяч баксов. 320 тысяч, офигеть, эти рыбы плавают в школах,
в школах, что это значит? Ну, короче, да, они очень далеко там где-то плавают, и вот мы одну из них смогли поймать. Нормально, нормально, я не против. Слушай, давай немножко, может, левее уйдем? Я просто боюсь того, что если опять эта рыбёха, которая ловит лампочки, на меня нападет. Блин, это прям, меня прям раздражает это, честно признаюсь. Потому что нифига не видно без лампочек, естественно. Ну, а как же? Лампочка это очень важная, так сказать, важный элемент. О, это старый. А я его не ловил, по-моему, или ловил. Слушай, плохо помню, по-моему, у меня леска сорвалась в прошлый раз, когда я пытался его поймать. Давай на всякий случай поймаем. Точно не помню, честно признаюсь. Но на всякий случай, почему бы и нет. Так, аккуратненько, попытался сорваться, но нет. Старый добрый мастердфиш. Не-не-не, давай обратно. Опа. Старенький мастердфиш получен снова. Хорошо, хорошо. Ну давай, отправляемся снова вниз. Я думаю, что ситуация та же самая. Просто отправляемся вниз. Я хочу изучить немножечко дно морское в этой территории. Хочется понять, какие там есть рыбы, что интересного вообще происходит. Вообще рельеф, так сказать, хочется узнать. Потому что пока что все... О, смотри. О, здорово. А что ты не хочешь? Не хочет, походу. Странно. Как тебя ловить? Непонятно. О, вот это водоросли! Офигеть! Стрёмно выглядит немножко. Так, давай попробуем тебя поймать. Это вроде бы... Опять! Понятно, спасибо. Ладно, попробуем тогда. Так. Ага! По-моему, если я не ошибаюсь, эту я уже ловил, кажется. Буду стараться тихо вести пока что, ребят. Чтобы... Леску не пар. Блин, вот так и знал. Я просто не понял. Так и знал, так и знал. По-моему, я еще не ловил эту рыбу. Мне кажется, она у меня новенькая. Капец, очень сильно все осложняет вот эта ситуация с фонарем. Ребят, с фонарем это ужасно сильно все осложняет. Так, ну это медиум рыба явно. Я не знаю, я ее, скорее всего, еще не ловил, ребят. Вот она, куда? За 5 кэсов, кстати, 5 кэсов это нормальные деньги. Давай попробуем еще разок. Меня, опять же, очень сильно напрягает отсутствие лампочек. Я не знаю, как я могу это исправить, ребят. Единственное, что я могу сделать, вкручивать звук громче, как бы, чтобы слышать леску, пока я разговариваю. Либо делать это все-таки в тишине, потому что, ну, хотя бы до поверхности воды, когда уже видно все более-менее. О, здорово. Ага, смотри, получается, я не могу использовать большую наживку на эту рыбу, но я могу использовать среднюю наживку, ну, либо маленькую, наверное, тоже. Интересно, интересно. Кстати, она мне очень напоминает пафф-фиш, которая в средних морях водится. В принципе, то же самое, вроде как. А, бум-пафф называется, окей. Почему бум? Взрывается, что ли? Интересно. Так, давай посмотрим. Бум-пафф, 800 баксов. Ага, взрывные химикаты какие-то у нее есть, которые взрываются при малейшей провокации. Хм, химикаты взрываются при провокации. Так, ну вопрос остается в том, что это за провокация и что имеется в виду. Надеюсь, что, так сказать, лодку не разнесет мне. Очень бы хотелось в это верить. Так, ладно, здесь все ок, пока проплываем мимо, нас они не интересуют. Так, вот, давай вот это попробуем снова. Давай, иди сюда. Ага, а у меня нет лампочки. Вот и все, сиди там себе. Хотя, слушай, может быть, можно попробовать ее тоже поймать, если честно. Слушай, интересно. Я не нажимаю. Вот в чем прикол. Я не нажимаю, она жрет леску независимо... Офигеть. Вот это новая механика. Она жрет леску, даже когда я ее не тяну. То есть, единственный вариант, это что, максимально быстро ее тянуть? Да не, я не успею, она очень быстро сжирает. Все вот это время я бы не смог ее за это время вытянуть. Фу, жесть, ну и рыбёхи здесь в этом море обитают. Опасно, опасно. Так, давай попробую поймать вот эту рыбу, которая... А, блин, она у меня же есть лампочка, да? То есть я не знаю вообще, смогу ли ее поймать нормально, потому что на лампочку она, конечно же, клюнет, но мне бы не хотелось, чтобы она... ладно, посмотрим. Давай попробуем большую поймать. Мне хочется, если честно, большую. Не хьюдж пока что. Хьюдж тоже попробуем сегодня поймать. Но именно вот большую рыбеху, если есть такая возможность. Будьте так добры, дайте-ка мне большую рыбку. Так, окей, вот она.
Вот она. А, и, кстати, вот она тоже. Ну-ка, иди сюда. Да отвали ты от меня. Не, смотри, она не хочет есть. Ха! Слушай, интересно. А-а-а, получилось. Так, ведем аккуратно, ребят, ведем аккуратно. Все, тишина. По-моему, у меня прям леска на пределе. Чисто на слух, ребят. Чисто на слух. Давай, давай, давай. Так, ведем, ведем, ведем. Найс, вижу, все, хорошо, хорошо. Леска не на пределе. Есть еще, ну, в принципе, она в нормальном состоянии. Нормально, нормально, ребят. Фу, поймали большую рыбеху, найс. Прикольно, рыба, интересный дизайн. Такая зелено-красная. Ну чё, неплохо. Мосси, то есть она такая замшелая рыба, типа с мхом. Сколько стоит? 150 кэсов. Вообще not bad, мне нравится. Слушай, ну чё, я так думаю, у нас тут еще больших рыб прилично. Но мы их уже нормально за сегодня половили. Давай-ка попробуем поймать гигантскую рыбу. Смотри, какую рыбу я здесь нашел, пока подготавливался к большой гигантской рыбе. Ребят, честно, о, арвелиан называется. Кстати говоря, прикольная рыбеха, мелкая, она просто на дне валялась, ничего такого. Странная рыба, не умеет плавать, просто лежит на камнях. Я еще пока... О, здорово. А как мне... Иди сюда. Ну-ка. Что такое? А что это за... Что это за рыба такая? Блин, вообще, ребят, сколько же странных рыб добавилось. Это просто жесть. Не знаю, что с ней надо делать. Она как будто бы просто следит за моим поплавком, но при этом сама не хочет, чтобы ее поймали. Короче, что касается огромной рыбы, друзья. На самом деле здесь все очень даже просто. Как видишь, проблематикус... О, Giant Casper. Хм... Слушай, тоже интересно, может быть, я его видел, надо будет посмотреть. Но этот бегемот, короче, огромная рыба, и для нее нужна какая-то очень вкусная наживка. Я помню, что когда я изучал большие, всякие, короче, скрытые вещи в Cat Goes Fishing, я не знаю, кто-нибудь смотрел или нет, из тех, кто смотрит сейчас, если нет, то обязательно зацените, друзья. Это довольно прикольное видео с всякими вещами, которые в игре еще не были, скрытые вещи. И там была как раз-таки наживка, ух ты, розовый Каспер, кстати, прикольно, под названием червяк. И, собственно говоря, да, червяка этого нужно копать, но для этого нужна шляпа, поэтому, возможно, нужно сначала найти эту шляпу, чтобы червяка потом тоже найти. Собственно, здорово. Блин, не получилось рассмотреть из-за этого эту рыбеху. Смотри, какой гигант. Офигеть. Но я его вообще не вижу, к сожалению. Кстати, его случайно зацепил бомбой, но вроде бы он в порядке. Хм. Плыл. Насколько я знаю, ребят, этого гиганта как раз таки и надо гасить бомбами. Потому что эти бомбы помогают его куда-то отвезти, и там уже впоследствии можно будет его поймать. Другой вопрос, что я все равно... Здорово. Значит, нет, он все-таки не уплывает, смотри. Так, все, у меня бомбы кончились. Давай за ним плывем. За ним плывем, и при этом я еще должен сейчас буду еще бомбы добыть себе. Где он там плавает теперь? Опа, приветик. А можно тебя себе забрать? Пожалуйста. Эй, блин, ладно, попытаемся быстро ее вытащить. Я не знаю, ребят, я просто не знаю, что как с этой рыбы действовать, к сожалению. Давай попробуем просто максимально быстро ее тащить, но, к сожалению, я не знаю, она просто... Да, она просто сжирает мою наживку. Короче, да, насчет этой гигантской рыбы, насколько мне известно, по крайней мере, нужно взрывать ее бомбами. Спасибо, ребят, за советы, кстати, всем, кто пишет советы в комментах, всем спасибо. Конечно, спойлеры, это не очень хорошо, с другой стороны, с одной стороны, с другой стороны, это помогает, так сказать, понять, что к чему и как. Так, мне нужна средняя рыбеха для того, чтобы получить большую наживку. И следующий этап это... Так, только что-то вообще средней рыбы не вижу, если честно. Следующий этап это будет... Это будет... Это у нас не средняя. Не-не-не, извини, старина, извини.
Вот ты мне нужен, да, спасибо. Следующий этап, это у нас будет взорвать снова эту рыбеху. Блин, вот очень обидно, что... Мне кажется, это плохая идея с этими рыбами, которые воруют фонарики. Честно признаюсь, мне кажется, это ужасная идея. Просто потому, что я не вижу вообще ничего. А мне бы хотелось видеть эту огромную рыбу. Это же реально прикольно, на мой взгляд. Но вот, к сожалению, да. К сожалению, такой возможности у меня сейчас нет. Просто потому, что у меня воруют постоянно мои фонари. Так, ладно, опускаемся вниз. Давай даже ускоримся немножко. Ай, блин, мне бы сейчас очень не помешало бы попытаться найти эту рыбу гигантскую. Я не знаю, она сейчас уйдет к себе там, где она плавала. Или же она будет где-то в этой области. Давай посмотрим. Успел. Найс. Вот это реакция, ребят, называется. Вот это называется реакция. Неплохо получилось. Так, хорошо. Ищем, ищем, ищем. Ищем, ищем, ищем. Опа, а вот, кстати говоря... Так, я вижу рыбу, которая нас интересует, и я вижу еще каких-то больших рыб. Мне не хочется их подрывать просто, блин. Я очень хочу аккуратненько вот именно эту рыбку поймать. Жесть! Жесть! Я не знаю, что произошло, но кажется, я сломал броню этой рыбе. Кажется, я сломал ей броню, но я теперь не знаю, где она находится. Стоп, а почему? Спасибо. Спасибо большое. Ой, блин, как меня бесит эта рыба, ребят. Вы просто не представляете. Меня просто максимально бесит эта рыба. Это просто какой-то кошмар, серьезно. А я не знаю, куда делась гигантская рыба. Слушай, тут вообще какая-то... Ну, сюда нужно уже эксплорер, как минимум, шляпу. Я не знаю, куда она делась теперь. Ну, у меня все еще есть huge hook, по идее. Давай вот эту попробую поймать в таком случае. Вот. Хотя бы. И сейчас будем разбираться. Нужно поймать этого динозавра. Очень нужно. Так, смотри, вон там прикольная рыбка тоже. Я ее, по-моему, ловил уже. Так, пока что эту вытащим, потому что я его и тоже не ловил, насколько я помню, по крайней мере. Поэтому тоже подойдет. Но вопрос теперь, где мне искать ту рыбу гигантскую? Блин, это реально большой вопрос. О! Погоди. Погоди, А, нет. Это что-то другое. А, это ее череп? Подожди. Подожди, не понял. Да, это ее бра... Офигеть. Жесть, я сначала подумал, что это она. Найс. Окей, а что мне делать с ее черепом? Прикольно. Но я бы хотел саму эту рыбу поймать, честно говоря, не только ее череп. Elder Cheesefin за 32 тысячи нам достается. Хорошо. А вот тебя можно вытащить? Или что с тобой делать теперь? Не, нельзя. А если я вот так сделаю, чисто ради интереса? Не, не ловится? Не ловится. Так, хорошо. В таком случае, что нам надо, ребят? Пробуем еще раз. Берем мегахук, ловим среднюю рыбеху. Можно у тебя, например, нет? Понятно. Не все так просто с самого старта. Не вижу, средняя это или нет. Или большая, средняя вроде. Ага, нет. Это большая была, видимо. Ой, блин. Уже вечер наступает, ребята. Это вообще никуда... О. Челюсть еще. Кусок челюсти валяется. Шторм даже. Не просто вечер, а шторм начался. Ну вообще найс, конечно. Ай, блин, ладно, ребят, я не знаю, возможно, что придется перенести поимку этого динозавра просто на следующий раз, потому что он мастер-фиш, старый добрый. Просто потому, что я не совсем понимаю, что я могу здесь сделать. Мегахук, лайтбалб, ну давай тоже бомб подкупим на всякий случай. Поплыли, попробуем, но у меня слабые какие-то представления, где мне искать эту рыбу, просто по одной простой причине. Я не знаю, куда она уплыла после последнего взрыва. Я не знаю, она уплыла вот вниз, она уплыла вправо. Что вообще с ней произошло, мне пока что непонятно. Так, это эти мелкие, шипастые, окей. Здесь у нас подсветочка, окей. Я пытаюсь еще запоминать карту просто одновременно. Так, окей, окей, окей. Все нормально, вот здесь мы где-то, мне кажется, мы ее подорвали в прошлый раз. Хорошо, вот эту рыбу тоже хорошо бы поймать будет. Я попытаюсь уйти вправо, хорошо сработал, отлично. Попытаюсь уйти вправо, но вроде бы вот предел. В
вроде бы дальше я не могу опустить. Ну, точнее, я не могу вправо уйти правее, чем сейчас. Попытаюсь просто уйти вниз, посмотрим, может быть, здесь она где-то находится. Но я только вот так по-медленному могу опускаться. Блин, прикольно, овраг такой, да? Похож на морду этой рыбы, кстати говоря, немножко. Идеально. Идеально. Но я не знаю, получится сейчас как-то или нет. Получилось. Боже мой. Все, ребят, сейчас максимальная концентрация. Потому что это было сложно. Так, все, хорошо. Тащим. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Она очень, очень хорошо, что она ведет прям к лодке. Что, кстати, немножко подозрительно. Я так понимаю, что нам придется бороться с ней. Борюсь, борюсь, борюсь. Все, тащим на себя, тащим на себя. Так, даем. Отпускаем, отпускаем. Хочет немножко еще повозиться, пускай возится, пускай выматывается, пускай ее сила тратит. Мы ее никуда не отпустим. Аккуратненько тащим. О, и друг еще один ее появился. Но он на червя, скорее всего, ловится, ребята. Он, скорее всего, на червя ловится. Эх, ладно, ладно. Она хочет поиграть, ребят. Мы это видим. Она хочет поиграть. Вот это, конечно, эпично. Во время шторма просто сражаемся с этой рыбой. Но нет, я не дам ей никуда уйти. Главное, чтобы не провалась леска. Главное, не жадничать. Хочет сейчас уйти вниз еще немножко, пожалуйста. Но она не хочет. Дункан, миллион долларов. Миллион, ребята. Найс. Эта огромная рыба уничтожает местных, ну, видимо, других рыб, не знаю. Ее тяжелая броня делает ее неуязвимой к бомбам. Но она не так уж хороша, как может показаться. Не так уж сильна. Найс. Найс, ребят. Это, конечно, эпично было. Просто во время шторма поймать этого динозавра, это, конечно, стоило того. Нормально, неплохо, поймали нескольких новых больших рыб, поймали парочку средних и поймали гигантскую рыбу, первую гигантскую рыбу этого обновления. Я с удовольствием продолжу искать и других рыб тоже, ребят, конечно же, как же без этого, с удовольствием. Поэтому не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, писать комментарии, конечно же. Все это очень сильно помогает в развитии, и естественно, что чем больше всего этого, тем быстрее выходит следующая серия. Ну, а я сейчас продам Дункана и всех его друзей. Так, иди сюда. Почти 2 ляма баксов. 2 ляма. Найс. На сегодня, пожалуй, что все, дорогие друзья. Увидимся уже совсем скоро в новом видео. До скорой встречи и пока-пока.